Привет, друзья, всем сегодня ночью был, ну я не знаю, как это, обыск, он осуществляется как-то в разумных рамках и как бы, ну, наверное, с уважением достоинства людей и так далее. Но в данном случае, ну, иначе как гоп-стопом, это назвать нельзя. В настоящее время, ну, у меня, разумеется, был стресс, и в связи с этим опять кризис сердечный. Ой, напоминаю, друзья, у меня 10 сентября была операция на сердце. То есть для этих людей, видимо, ограничивающих каких-то нет ничего основанием для обыска, ну, как бы официально, стало якобы я оклеветал Елену Зубову, такая, ну, я не знаю даже, в принципе, кто знает, кто, наверное, знает, о ком-то речь идет. И якобы я ее там оклеветал где-то. Но не знаю, что они нашли, какую-то лицо и так далее. Вряд ли у них это дело получится уголовное. Но... То есть уголовное, да, я так понимаю? Да, да, да. Но что касается фактической цели, то есть ну, обыска, гоп-стопа этого, изъятия всех носителей, воспрепятствования моей деятельности, это они осуществили. Ну, друзья, напоминаю, что я сужусь, у меня ответчиком является прокурор Новосибирской области, где я заявляю, указываю, подтверждаю то, что он воспрепятствует проведению надлежащей проверки в отношении цементного монополиста, в отношении преступлений по выводу десятков миллиардов доходов из подобного вложения. У меня идет административные исковые и заявления о совершении преступлений со стороны сотрудников МВД за оставление в опасном состоянии для жизни. И это было дважды. И я думаю, что в настоящее время все эти материалы, они будут, ну, каким-то образом ликвидированы. Ну и цель, в общем-то, этого гоп-стопа сегодняшнего, это ликвидация тех документов, тех доказательств, которые у меня были. И иной цели, разумеется, у этих действий нет никакой, потому что, да, да, да. Но что касается фактической цели, то есть ну, обыска, гоп-стопа этого, изъятия всех носителей, воспрепятствования моей деятельности, это они осуществили. Ну, друзья, напоминаю, что я сужусь, у меня ответчиком является прокурор Новосибирской области, где я заявляю, указываю, подтверждаю то, что он воспрепятствует проведению надлежащей проверки в отношении цементного монополиста, в отношении преступлений по выводу десятков миллиардов доходов из подобного вложения. У меня идет административные исковые и заявления о совершении преступлений со стороны сотрудников МВД за оставление в опасном состоянии для жизни. И это было дважды. И я думаю, что в настоящее время все эти материалы, они будут, ну, каким-то образом ликвидированы. Ну и цель, в общем-то, этого гоп-стопа сегодняшнего, это ликвидация тех документов, тех доказательств, которые у меня были. И иной цели, разумеется, у этих действий нет никакой, потому что если говорить, допустим, о какой-то клевете, то это сиюминутное действие, которое было в январе месяце. Разумеется, ни телефона, ничего другое, ни куча накопителей, ничего, ну, разумеется, к этому не имеет никакого отношения. Это исключительно вот бандитский подход захватить, ограбить. Акция устрашения. Ну да, иной, ну, акция устрашения, ну, напугали. Не так уж страшны они, как минимум, понятно, что они более опасны, чем нежели бандиты в 90-е, и понятно, что у них совесть совсем отсутствует, в отличие, наверное, даже от бандитов, но, тем не менее, вот мы видим то, что видим. Я вас понял, Виктор, спасибо. Как вы себя сейчас чувствуете, полегче? Ну, как у меня отколы, ну, понятно. Угу. Вот, ну, собственно,
По этому утку, я думаю, все. Да, друзья, у меня телефонов нет, все мои телефоны, они находятся в сотрудников МВД, поэтому, ну, понимаете, что не нужно писать в группах ничего по этому поводу, а то, за что могли бы привлечь к ответственности. То есть все мы понимаем то, что происходит, все мы можем давать оценку, но задерживайтесь, друзья. Спасибо большое. Друзья, всем доброго времени суток. Только что посетил Виктора Сорокина. С его слов мне стало известно то, что у него отобрали абсолютно все. Отобрали средства связи. У него сейчас нету никакой связи с обществом, с нами. В общем, я считаю это беспределом. Забирать у человека все средства связи, зная и понимая то, что он находится в таком пограничном положении. Он недавно перенес операцию на сердце. Вламываться в 6 утра, пугать супругу, ребенка. Мы к чему катимся? 37-й год? Да, нет, ребят. Оруэлл,